Здравствуйте. Меня зовут Дарья. Я из Москвы. И я гипотоник с детства. Последнее время я стала замечать, что мое нижнее давление еще сильнее снижается. И особенно по утрам оно часто не достает до отметки в 50 единиц. Это сопровождается слабостью и ощущением нехватки воздуха. Особенно это выражено в теплое время года, а в холоде я себя чувствую намного лучше. Всегда жду, когда лето поскорее закончится. Вот не опасно ли это, что низкое давление становится совсем вот очень низкие значения приобретает? И что можно с этим делать? Посоветуйте, пожалуйста.